Так, пинг, кстати, под вечер реабилитировался, стало гораздо приятнее играть. Это не к добру. У меня есть чувство, что это не к добру. К нам вернулся наш талисман удачи. Ну, должен собирать двойку, какая бы она ни была. Сильный лейт, сильные драконы-боги. Варлоки только через визардов. Герокоптеров пули нету. Венги или бунт. Да, конечно, венги обязан брать. Тут два юнита. Обязан. Орков нету. Темпларка квапа. Игра обещает быть жаркой. Не знаю, что мне с этим всем счастьем делать, но я обязан вот это брать опять. Снайпер не пролазит. Ну, деритесь. Это два венга, 1000 хп, 2 армора. То есть тут смотрим, у Тинкера больше армора, чем это венги. Отсюда вывод, венга мусор. Гира же в пуле нет, туда снайпером ролить не будем. Вообще, можно было бы поставить Баратрума. Ну, пусть так стоит, не знаю. Есть гоблин Тэтчес, есть гоблин Снэпфайр. Нежить, я не знаю, что мне может прилететь. Мусор какой-нибудь. Пандарены. Не очень хочется. Сейчас тычка упадет, чекай. Как этот Станиславский говорит, не верю. Ладно, предметы говна. Предметы говна, конечно, но есть нюансы. Пила это хорошо, мехов у меня нет, венга мне не нужна. Что я с этим могу купить? Я точно покупаю бару. Надо брать коня. Коняшку, поняшку. Или ЦМ-ку. В чем вопрос? Конь смотрится неплохо, да, демон хантер есть. В демонов каких-то выролить. Клока надо найти. Да, наверное, мне вот... Ну ладно, конь хоть сильная фигура, да, сильная фигура. Берем и смотрим. Сины уже есть, что-то есть. Оставлять ли этого пока Пандарена? С барой можно Титана наролить. Ну, я левелапну. Брать ли морфинга? Да в пекло этого морфинга, нахрена он нам нужен? Антимага в случае победки. Бар, тебе тоже дать, да, что тут носить, на. Носи плащ, носи не ссы.
Антимаг со мной, но я должен побеждать. Это два пила, это два с чейнмейлом парень. Чё в Баунти Хантера не запихни, он должен быть слабее. Плюс Венга свап его. Ой. Да свапа Венги не дожили. Мне кажется, ли сегодня куча мехов в начале? Мне кажется, что да. Похоже на то, похоже на правду. Круто. Будет ли так сильнее? Вот так точно будет. Че там с орками? Нафиг они не нужны? Прилевел в антимага. Ну и постоим, посмотрим, что из этого получится. Гоблинов могу запихнуть сейчас. Возможно, мехов. Нет, тут свинга не нужна, даже вот так возьму. Ой-ой-ой. А можно роллы клокворка закрыть? Ладно, это было бы слишком. Это было бы совсем перебором, да, если бы я еще и клокворка закрыл. Можно поиграть на мехах? Можно ли поиграть на мехах? Дает ли мне эта фигура что-то? Ну что-то дает. Хочу левел. В принципе, стол достаточно сильный. Меня может пробить вот этот парень, да? Ну, по ощущениям, меня сейчас и этот сможет пробить. Не, ладно, не сможет. Не сможет. Ой. Рерол. Имеет ли смысл мне вообще держать этих пант? Ладно, вот это, наверное, не имеет смысла держать. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Очень хотел клокорка найти, но что-то я не шмогла. Так, а вот это как раз то, за что я боялся, да, кто ко мне зайдет. СФ, это 9 голды, так-то это дохренелиард голды стоит, дерево, разоры. Ну, пока на стрике можно это подержать, пока роллы получаю. С этого можно будет что-то собрать. Лака надо собрать, может БХ собрать. Девять-десять. Ай, что тут у нас есть? Мипа. Серьезно. А это заявка на победу. Мипа, 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 фингипа. Ну, сейчас нужно идти дальше. Усиливаться, смотреть, насколько усилятся вот эти столы. Возможно, даже хуманов каких-то подбирать сильных. Подобрал хуманов, проверяйте.
Мипа. Два сена. Раз мипа. Что-то ворка, орки, воины. Кстати, орк сильный, да, би-би-би-би. Вот этот. 24. Имеет ли смысл избавиться от мусора, чтобы пойти дальше? СФ мусором считать нельзя. Бару, наверное, пока что тоже. Но мипы я готов скипать. Хрен с ним, пока посмотрим. Колюш стрик. Ладно, мипа отдаю. Я боюсь, что вот это тоже надо отдавать, не тащить с собой всякий мусор. Собаку взять пока что. Ликан может пойти. А орки пока не могут. Урион. Да, пожалуй, так. Здесь меня дум задев. Плохо. Я не решил, что по предметам, да, у меня. Топор нужно брать в пилу. Там, походу, пьеса что-нибудь придумаем. Зарядку можно Тинкеросу отдать сейчас. Умника тащить не хочу, Никс будет сильнее. Хотя, может, Сон Кинга стоило ставить. Очень хотел Клокворка закрыть, не смог. А нужно ли мне это дерево? Я не знаю. Зарядку так и не отдал, но плохо. Плохо, плохо, плохо. Нужно ли мне это дерево? Думаю, что нет. Угу. Ну ладно. Так, вы стоите тут, Тинкер. Что тебе предложить? Да вот так постоим, может, даже вот так вот. Надо купить бруду. И подумать, как чиниться. Кого я готов отдать? Пока не понимаю. Вообще, надо бы побеждать. Денежки эко чинить. А как так подряд ко мне два раза классика заходит? Не понял. Он же только что ко мне заходил. Да, жалко было СФ отдавать, не зря. СФ, СФ, варлоки, от сына отказаться. Хотя син пока делает какую-то работу. Стою так. Блин, обидно, что клокворк так и не зашел. Протащу ли я как-то собак?
На хумах было бы неплохо, да, звери, хумы. А, дерево с акирами нет, слабовато. Ну, можно какое-то время постоять, но это слабовато. Все в лузах валяются. Клокарк мне так не зашел. Крипов я, наверное, дев. Ой. Тихо. Кого я скипнул? Дуратарский скип Лембер Спирит. Окей. Скипнул, скипнул. Что-то я совсем забыл, что мне могут покричать. А я могу не ответить. Никса надо брать, только непонятно за кого, за собаку. Я точно хочу брать Никса. Вряд ли мипы какие-то. Что-то пила быстро разваливается. Да еще разок пильни. Отлично. Туру-туру-туру-ту-туру-туру-туру-ту. Enchanted, I'm sure. А, нормально. Мусор бы, конечно, подизбавиться, но... Так не хочется ролить, все стоят на пристах. Чувак на стрике стоит, сотка голды. Просто поставил трех воинов и ушел отдыхать. Йоу-йоу-йоу, Чузан, спасибо. Блин, надо, наверное, от синов избавиться. А чем я, если сейчас поставлю Акира, мне не с чего ставить Акиров. Какого-нибудь Сефа, Пангольера, еще что-то такое. Так-то 4 Акира есть. И ничего больше. Так, у меня в голове есть вообще сумасшедшая идея. Не знаю, получится ли ее реализовать, надо было паролить. Что тут еще на лустрике сидят? Хорошо. Так, на чем у нас народ? Классика. Воин, который хочет переодеться в Акира. Этот понятно. Маг непонятно. Что многовато акиров на квадратный метр и сины. И мипа акир. Угу. My faithful join me. I am the new Mark II Rattletap. Не заниматься херней. Отличная идея. Не заниматься херней, это сделать вот так. Пангольер был сильнее, надо было этих продавать, все. Но это еще не совсем мусор, я не могу избавиться совсем от стола. Точнее как, могу, конечно, но не очень хочу. Этот чувак, наверное, до сих пор сильнее меня, потому что стол я не усилил. Хотя меха меня дотащит. Классик уже Лина-то 2.
Меку второй раз не скастит, Лио, наверное, меня добьет. У меня есть уже, да, фигурки, которыми я хочу играть. Надо только в них починиться как-то. Ничего, кричать не будешь? Не будешь. Ну, для начала раз. Потом два. Три. И в левел. Оу, е. Рокибол, спасибо за фоллоу. Что-то у меня не пролезет, но я не знаю, что именно. Чё мне подбанить такого, чтобы троечки, четверочки какие-то? Просто четверочки подбанить. Крипы 20-е, а деф или атак? Я не уверен, да, что я деф, но... СФа поставить. Чена поставить. СФ даст варлока в чен. Ай, 40, так дорого. Так дорого. Блин, должны, да, на баре, на этом. Тупо. Тупо должны, можно было подролиться. Я хотел прожать бан. На следующий точно нужно что-то делать. Либо Туренов скипать, либо... Турену мне нравится, да, но это может помочь потом найти. Эльдар Титана я не хочу собирать. Наверное, от этого и надо плясать. Спасибо за фоллоу. Повалили, повалили фолловы. Туренов просто забаню, все. Потом что-нибудь полезное найдем. Ботинки, давай, арканы. Это не арканы. Погнали в левел. Раз, два, пару фриролов. Ладно, можно пока так. Блин, ладно, не самым лучшим образом стою. Надо решить, что с предметами хочу, потому что из этого можно много чего интересного собрать. ХП. А, когти. Когти, когти. Наверное, дэмэдж надо. Хотя есть и другие варианты. Денег много потрачено. Классика на шестихумане, да его душить надо. Прям вот немедленно. Он же зараза в 11 пойдет. Тут у нас чувак этот долго вылетает, и пол лобби опять валяется, фигней занимается. Так, лоник хорошо. Как это можно реализовать? Минус вот это, плюс вот это. Оу, май. Поехали реализовывать. Это твоё, подруга. В любом случае, бери когти. Нужен девятый. Да нет, просто я уверен, что... Ой, два шестихумана. Лобби вообще охренело. Чем вы там занимаетесь? Почему вы их не убиваете налево и направо? Они должны 10 раз пожалеть и пытаться уже сейчас на престол встать с этих шестихуманов. Что первый, что второй. Mother of all evil.
Ой, давай посмотрим, что у нас есть. 8-9. Готов пока это СФ отдать. Вот это темпларочки. Так, раз. Я надеюсь, они справятся, я в них так верю. Темпларочка. Вот это надо убить быстренько. Хорошо, Лоника отправили. Хорошо, один хум проиграл, второй хум проиграл. И все еще... А, нет, классик уже слез на трех хумана. Пу-ру-пу-ру-пу. Пролезет ли у меня чен? Вот вопрос интересный. Я думаю, это интересно. Лоник хотел, я даже пару бы роллов отдал. Бруда. Надо собрать. СФ здесь стоит сейчас пока для варлоков, но его надо убирать, ставить Лоника, каких-то зверей, потом вытащить макаку. Левел в любом случае нужен, да? Этот с Кастро молодец. Этот тоже молодец. За цель классика Смурф, yes, Смурф. Никогда не думал сделать какой-нибудь мерч вроде подставки под кружки или сами кружки с символикой канала. Чудом додумал, конечно, просто заниматься этим тяжело, требует времени. Конечно, думал. Эта штука нужная, ну и интересная к тому же. А нужны ли мне здесь столько акиров? Ну, бруду я уже не хочу убирать. Да, я бы мог убрать бруду веника, но... Было бы что ставить изначально. Было бы что ставить. Быстро разделались с этим парнем. Пларку отхилили хорошо. Лего пока только у меня. А, нет, еще одна лего, еще там темпла... Две темпларки. Вот этого надо выбивать, пока. Пока он не набрал темпларок. В восьмом без денег. Но две темпларки. Ботинок у меня есть. Виталити бустер. Веничек. Хочу чуть усилиться. Отлично усилились, проверяйте. Вообще ни хрена не нашел. А, под манту. Под манту. Ну, это шар, наверное, да, это ИВГ и манта. Потом, может быть. Держи, темпларка. Я в тебя верю. Зря только деньги, да, потратил. Вообще ни хренушечки не пришло. Ну, Сент Кинг, окей, закрою. Все. Здесь чувак на темпларках меня задефал. 2-2 котла в Акире. Интересненький расклад. Вот уже лучше. Enchanted, I'm sure. Не переставил. Ну ладно. Этот сейф мне не нужен. Хотя...
Да не, мне вообще сэфы не нужны. Нужно дораливать было. Пойду куда-нибудь темпларк или... Там у парня. Надо установить бабки. Этим десятый. Само сейчас кто-нибудь придет, да, Пангольер. А, Лоник. О, денежки. Хорошо. Денежки вернулись. О, под манту предметик. Под шарик. Не хватает только одного предмета. Манта прям вообще затащит меня. Манта затащит. А теперь опять хочу паролить, чтобы найти какого-то Акира. Например, такого. На-н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 а. Давай, это пока твое. А, успел, успел. На тебе, на тебе, на тебе. А, плохо положил. Что-то много на мусора собралось. Мяку вторую. Хм. Мяку вторую интересно. Бабосечки. Че, берем Сан-Кимля? Тут меня пробивает этот хрен. Ну, похоже, что да, на этом парке нет ничего. Что... Здесь-то сильнее, здесь мясы. Я отдаю стрик кому? Вот этому хрену. Жаль. Как бы починиться. Ты не охренел с таким количеством голды сидеть, куку? Выход варлока. Брутка, брутка, брутка. Да ничего у меня нет, минер мне не нужен. Это я точно не хочу. Даже если он зайдет, это будет слабым. Плохо то, что там темпларки. И, конечно, мы дали постоять на шестих уме, я слишком много выкрутил уровня. Такое получается. Тяжело, когда в лобби пассивненько на старте. Все посидели, бабки копили, то есть тут сидят, у всех куча денег. Он на двух престах. Семнадцать ровно. Красиво. Коза. Придется от тебя избавиться. Наверное, от тебя дерево тоже. Может ли жук еще у меня постоять? Может. Вполне может. Дерево оставим. Это мне брутки нужны. Но жук тоже хоть что-то. Морякоп, сейчас 17 надо выбить. Это не один плюс, это ровно. Колечко, интересно. Погодите, погодите. БКБ-ха, насколько помню, есть. Я точно беру ривер, да, там независимо от чего. Это же, по-моему, почти... Короче, хорошие предметы. Подумать о Течесе нужно снова. Я забыл один нюанс. Хватит ли мне то, чтобы выйти в десятый? Все же десятый дракона бог. Мипарь с чем неизвестно. Готовый Огрхуд. Понятно, что топор 100%. Огрхуд надо брать, алхимика ставить.
и пытаться играть через агров. Ну только в левел надо как-то выйти. У меня так стол стал сейчас слабый. У меня много кто будет дефать. Что тебе подругу предложить? Деф, вот ты меня в салат дефаешь? Нет, там на сларках, окей. Ларок уже ни у кого не осталось. Варлоки. Юниты перестали заходить, отказаться от этого мипаря. Думаю, да, опять. Ну, мипаря. Вы поняли. Одинов Даманты. Я не прочь ее собрать. Акир на котлах. Может быть, больно для меня. Хотя мои лоники тоже неплохи. Даже мелкий призвал медведя. Бабосечки. Минус 15. Вроде какая-то херня на столе, а минус 15. Но у меня у самого херня на столе, откровенно говоря. Херня на столе. А, почти что Шива, почти что Манта. Этот в нуле с драконом, с Тайдом. Оделся в Варлока. Нет, не пойму, Акир пока что с этим. Не-не-не, вот тут надо убивать, вот тут нам не надо, это сейчас больно будет. Макаке, конечно, хорошо драться с Акиром. Что-то каждый раунд до хрена хп вылетает. Это плохо. Надо либо заролиться, либо чё. Может, на фаер, да, пойдет алхимика, надо собирать. Файеров тоже точно не будет. Мне бы Веспа, Пангольер. Никс Ассасин, Пангольер. Пангольера надо брать. Могу взять вот так вот. Никс Ассасин мне дальше не нужен. Такое себе усиление. Если бы доролил темпларку, все было бы хорошо. Но так без темпларки слабовато. Очень нужен висп или темпларка. Что там классика деф? Это темпларка сумасшедшая. Но надо бы разбирать этого парня, отдавать это темпларке. Потом может какие-то грифсы в ней будут. Я не знаю. Ландруид, здравствуйте. 35-й, сколько денег? Отпустить Никса. Есть бруда, думаю, да. И разобрать этого парня. И у меня следующий под разборку. Тебе нужно что дать? Как-то в тебя что-то все вот это вот просунуть, добро.
на двух акирах остаться, может быть. Минус панга, делаем лишники. А что у нас, панга-ранжевик? Держите в курсе, если что. Угу. Спасибо, дорогая. Короче, я вот думаю, как бы мне сделать. Если я беру вот это, мне все равно не хватает короны, чтобы совсем сильно встать. Короны, короны. Где взять корону? Что мне нужно? Мне нужно, может быть, убирать Лоника, пытаться выходить в макаку. Это не хватает зверей. Все, конечно, интересно. Надо тебя разбирать, короче. Огр кейп точно твой. Вот это точно так. Держи Мекку. Держи плиту, держи мифрил. А дальше вопрос. Ворот тоже держи. Я знаю, как это сделать, выиграть эту игру. Но это тяжело, да, в два акира. В два акира попробовать, да? А там же шестиварлок стоит. А Джорджик об этой подруге? Мне нужны предметы определенные. Надо дождаться, пока этот чувак вылетит. Этот чувак меня дефает. А как, почему ты меня дефаешь? Трикотл? Неужели это так сильно? Ну, бруда мне еще одна. Ладно, посиди пока. Козу надо брать, вот этот не обязателен. Поможет ли мне, просто не понимая, вот эта херня, дизоль важнее. Я могу сделать, если выставлю макаку, макаку плюс пандарена, это у меня будет... Не кислый. Блин, не хватает предметов. Нет, я, наверное, не соберу накидку тирана никак. Накидки тирана не будет. Но я здесь макаку не убьешь. Хотя подождите-ка. Гоните бабосики. А что случилось? Шестиварлок. Все вроде есть. Я темпларку пробили. Прикольно. Enchanted, I'm sure. 39 еще раунд потерпеть. Лоник нужен. Лоника надо собрать. Так, я точно беру сакрет, но не знаю, что с ней делать.
Сокретка, с которой я не знаю, что делать. Сокретка, сокретка. Ой-ой-ой. А здесь что-то пошло сюда не по плану. Темплар, конечно, старается, но это много урона. Что здесь? Здесь опять темпларку проигрываю. Плохо, 19 урона, это много. Сокретка, сокретка. Ну, грифсы ничего не дадут мне. Ну что грифсы? Сколько они отхилят? Херню, сокретка. Скрипов будет видно. Что я вообще могу сделать? Снэпфайр в 2 Акира. Вот это мне в 3 точно не нужно. Хотя это может... Нет, не может вообще никак на поле встать. Брудав в худшем случае встанет. Если мне падает накидка тирана, я иду в 2 Акира и пытаюсь драться. Да, все, я придумал. Может, я просто лоник убираю, но лоник мне нужен. Накидка тирана, ты накидка тирана, ты не накидка тирана, есть манга. Что здесь есть? Угу. Манта пока что. Или ничего не брать. Тараска, еще одна. Это БКБ. Мант мне не поможет. А ривер? Ривер хп, килограмм, щиток там. А, кстати, а где щиток? У меня же щиток был. Ой, а че я туплю-то? Че я туплю? Надо было ролиться с сокретку. Держи. Я не хочу манту, ее надо будет разобрать и как-то чинить. Держи пока так. БКБ-ху еще кому-то дать. Лоника надо собрать. Сниму этот дизнис. У меня тот чувак вылетел. Доролится минус вот это. Да, вот это точно не пролазит в мои планы. Ну, неважно, сейчас по деньгам вообще никак не меняет. Гольер нет. Урион. Шевельнем, сразу отдаем бруду Манки Кинга. Тихо-тихо, вот так вот надо сделать. Темпларка, здесь у тебя все собрано, надо это отдать алхимику или кому? Алхимику, да? Он живет. Вообще Манки Кингу потом, ну пусть так. У меня есть ВГ. Стоп, у меня есть... Охрененный предмет в темпларку. Ой, надо сейчас выжить. Давайте как-нибудь выживем. Что там, две макаки? Темпларка, ты можешь как-нибудь отожраться? Надо тебе разобрать плиту и собрать кримсон. Может быть, тебя не пробьют. Но это не точно. Но вариант с Кримсоном мне нравится. Изи. Да я видел Кримсон, я просто разбирать ее. Я думал, как мне лучше поступить. Надеялся на убийство оппонента. Прекрасно знал, что у меня есть Кримсон.
О, давай вот это выкинем. Не-не, возвращайся обратно. Блять, что я делаю? БКБ надо тебе вернуть. Сакрет тебе надо вернуть. Я даже мекку тебе верну, пусть будет. А вот этими сыти давать? Непонятно. Как это пробить? Ни хрена себе там скорость атаки. Плюс неубиваемый котел. Возможно, и стоило им миссы отдать. Темпларка, мсы. Ну, держи. Ой, классика выбили, да? Это значит, что если я выживаю... Кольца под что? Под пайп. А вот этот чел меня на котле опять задефал. Ну это уже немножко другая игра получается. Это уже немножко другая игра с котлом. И блин, не прилетело то, что надо. Сорок пятый. Еще ж скрипов есть шанс что-то наролить. Как мне вот это убивать? Что-то я пока не понимаю. И не понимаю, что с предметами делать. Так, вот это мне точно не нужно. Бруда мне точно не нужна. Да, рапирка может помочь. БКБ рапиркой развалим. Я бы хотел развалить через макаку. То есть, два макака вот это, плюс сюда собрать этот предмет. Который сделал бы ее монком. Это не рапирка, это ничего. Тараску можно собрать. Я не знаю, пингольер здесь что-то делает. Накинуть еще хп. Как я это могу сделать? БКБ всем раздать. А, сделать Тараску овер Кримсона? Нет. Мессы дополнительно, думаю, да. Где эта темпларочка? Не говоришь, что тебя убили как-то. Где моя темпларка? Вот она, на мессы. Пробития мясов нету, а там темпларка мясует, но вроде ничего. Акира хороший, сильно. Ой-ой-ой, вот так вот не надо драться. Блин, там тычки просто куски отрывающие. Мне макака сильно должна помочь.
Хотя я его не пробиваю, он меня пробивает. Игра, давай макаку. Макаку. Enchanted, I'm sure. Пойдет. Даже могу так сделать, да. Давай, дружочек, я тебе это все отдам тоже. Ты тоже что-нибудь постараешься. Можно разобрать в БКБ-ху. А, Хекс тут еще подъехал. Ни хрена себе, макака там просто исчезла, испарилась. Два макака дает мне больше шанс до полезного юнита. Блять, надо было два огр-кейпа собирать. И вообще без алхимика играть. Из алхимика вытащить БКБ, да. Здесь он меня задев. Из алхимика вытащить БКБ, дать макаке точно надо. БКБ, макаки. А что еще могу сделать? Ничего, БКБ. Кольцо на зарядку. Это ничего не дает. Как все стоит. Как-то вот так вот попробовать. Держи БКБ. Не знаю, держи все на удачу. А, Кримсон поздно включается. Мессы тут есть. Это нельзя отдавать. Когти ничего не дают. Так, похоже, ГГшечка. Счет-то два макаку ченресно. Обидно. Но обратно вернулись в кинга. Тупо на Т3 котле. Ну так предметы. Там предметы чуть повеселее были. Хотя я манки кинга собрал. Если мне зашла. Зашла бы накидка тирана. Я собирал бы темпларки макаку, то я бы оставлял 2 акира и просто продушил бы. Не хватило сатаника, аджора какого-то. Вообще еще очень сильно не хватило МКБхи. Была бы МКБха, скорость атаки в темпларке, я бы был бы сильнее. Мне уже не очень нужны были всякие дефенс итимы, так как я был под ограми, под всем, под всем. Просто БКБхи и супер дамаг.